Ну что ж, друзья, всех приветствую на канале, с вами Десар, мы продолжаем наше прохождение Call of Duty Vanguard, дорогие мои. Всем приятного просмотра, перед началом серии обязательно поставьте лайкосик, ну а мы продолжаем. И сейчас у нас история про Полину Петрову, да, получается? Давайте, компания. Чё, блядь, приз получен, крутые навыки. Так, да. Ну рассказывайте, друзья, как ваши дела? Смотрели предыдущую серию? Я, блядь, первую серию, короче, записывал для вас, а микрофон забыл включить. Ой, ну точнее, я его включил. Пустые бутылки? Я обучаю партизан. Думаю, пить они и без тебя. Делаем коктейли Молотова. Ты точно уверен, что можно давать это штат? Бать. Ну не волнуйся. Так, побыть с семьей, давайте. В общем, я записывал для вас серию. Эй, сестренка, обижаешь. Ты сам себя обижаешь. Дуреха. Дурень. Лягушка. Козел. Жаба. А ну, угомонитесь оба. Я опоздаю. Тихо! Ну вот, здорово. У нас семейный завтрак. Бомбы и пули. Лучшее начало дня. Па, ты ведь понимаешь, что за эту старую винтовку тебя могут убить? Или не понимаешь? И кто тут слишком волнуется? Так вот. Немцы приближаются к линии фронта. А ты туда направляешься? Нет. Сказали, там такие, как я, не нужны. И... обучаю солдат на старом почтамте. Неплохо. Было бы неплохо, если бы меня спросили. Хоть будешь биться. Вот не надо мне этих хоть. Хватит. Каждый вносит свою лепту. Кстати говоря, если вам попадутся эти ублюдки, вы знаете, куда их послать. Конечно, пап. Они не прорвутся. Никогда. Черт! Надо бежать! Меня ждут! Миша! Твой ящик! Если бы не мы, он бы даже голову дома оставил. Мы с тобой святые. Точно. Я передам ему по дороге к медпалатке. Ты помогаешь своей родине. И я очень горжусь тобой, Полина. Так, ладно, хорош... пиздеть. Тебе нужно новое кресло. Ну нет, меня и это устраивает. Давно я на нем не играла. У тебя талант. Я соскучился по твоей музыке. Мы с Мишей здесь такие маленькие. Так, короче, я записывал для вас... У тебя так много медалей. Блядь, а, короче, блядь, записывал серию. А микрофон не включил на геймпаде. Хотя микрофон у меня совсем другой. Хорошо, бать. Вот такая вот херня получается. Привет, селочки. Так, ладно, это все сделано для того, чтобы попиздеть. Что-то здесь очень вкусно пахнет. О, Полина, я оставила для вас буханку. Спасибо. Не за что. Твой отец просил отложить Бородинского. Ты его любимый. Я зайду за ним попозже. Что-то забыл? Фух, ты меня спасла. Знаю. Я сейчас приду. Вот бы пойти с тобой. Да, хорошо бы. Да я стреляю лучше, чем любой из этих вояк. Тише, не кричи.
Не наживай себе врагов. Ладно. Просто не делай того, что я бы не сделала. По-любому не смогу. Рядом с тобой я просто мазила. Жаль, что мы не можем поменяться. Твоя форма мне бы пошла. Просто постарайся вернуться домой. Да. Целиком, по частям, неважно. Я научилась собирать людей заново. Есть, командир. Опаздываю за тебя. Придется идти по крышам. Полина, ты когда-нибудь упадешь и убьешься. Тогда ты скажешь, а я предупреждал. Ну иди уже. Ладно, иду, иду. Такая атмосфера прикольная. Так, окей. Ну, по логике, в принципе. Полина, блядь, скалолаз. О-о-о. Наконец-то идет на поправку, спасибо. Ты слышала? Не волнуйтесь, Красная Армия разберется. Ну что ж, осторожней там. Так Так, ребят, окей. Продолжаем. Танк Т-34. Идем, нам нужно по крышам. Парковая гостиница. Грузовик сломался, не пройти, двигай. Усложнили типа задачу. Начмед даст тебе задание. Пошел нах. О. Медсестра Петрова, вы нужны нам в первой палатке. Сегодня много раненых. Присоединяйтесь к товарищам. Еба, бомбардировка. Ебать. Вернуться домой. Ой, что ты делаешь? Ой, зачем так стрелять? Вот это, конечно, капец. Да, нам просто не понять простым смертным, как люди переживали. Воу. Как люди переживали то время. Блин. Это просто. Те, кто выжил, вообще, я не знаю, как вы просто... Посмотрите, что творится. Куда идти? Куда идти? Это, наверное... Давай, Полина, давай. Держись! Ебать. Но тут бы... Да не, ну вот это полный бред, блядь. По кирпичам подниматься. Ну что за чушь собачья?
Охренеть, ну вот это круто. Вот это реально круто. Охренеть, блин. Уай! Вот. Просто тупо не рвануло. Помогаешь своей родине. И я очень горжусь тобой, Полина. Папочка. Жесть. Так, ну что ж, друзья. Теперь настоящая жесть начинается. Давай, Полина, покажи. Охренеть. Ну что ж. Охренеть. Но это уже крась. А, блядь! Я извиняюсь, друзья. Сейчас мы песосочку. Алена, что ты сделала? Беги из Сталинграда. Скорее. Алена Зайцева. Ты заебашила немцев. Отец. Выбейте оттуда этих красных! Загоните их в угол! Поганые фрицы! Я вас всех порешу! Папа! Ты ошибаешься, старик! Отпустите меня! Так, давай, поможем бате. Ну, я думаю, тут трагически будет закончено сейчас. Бати нет. Винтовка. Папа. Убить чужаков. Мы не отдадим вам родину. Ебать, они убили батю. Живой еще. Пиздец. А, блядь!
Тасибись! Да не, ну надо автомат брать. Это хуйня, блядь. Давай ППшку, МП-40 возьмем. Давай к бате подойдем. Батя! Папочка! Моя малышка. Соловей. Эх. Надо было остаться с тобой. Эх, жалко, 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 жалко. Вы заботьтесь друг о друге. Эх. Охренеть, немецкие танки. Давай, залазь, скалолаз. Ебать. Ну не, ну не, конечно. Патриков нет, ни хрена нет. А я взял. Можно как-то выйти? Открыть как-то. Заебись. А, вот он. Где еще? То ты шо, охренел? Себись, блядь. Давай!
Ну, мне, наверное, сюда, ну. А куда мне идти? Наверное, сюда? Блин, ну она ползает, как, блядь, я не знаю, тигр какой-то. О, коктейль Молотова. Опа. Да не, ну какой ППШ, ну блин. Немецкий автомат будет. А как выйти? А. Блин, тупо кошка. О, патрики. Так, окей, если туда подняться. Оп. Оп. Ну аккуратненько. Он заметит, что тут у него, блядь, мертвый. Да еб... На! Откуда? Лови, блядь. Ебать, прикол. Сгорели тупо. Где вы, блядь? Нет.
Там это где? А, вот. Воу-воу-воу-воу, тише. Ай-яй-яй. Слушай, ну так красиво было, кинул туда, вообще сгорели все на... Не бросайте Молотова в пленных. Еще есть? Какого ты хуя фризишь? Они мертвы! Освободишь нас, сестренка? Да не. Наконец-то. Сестренка, это было потрясающе. Мы уходим. Быстро. Господи, я так боялся, что ты... Я? Это ты связанный. Займись другими. Поля. Папа. Мертв. Он мертв. Нет. Миша. Нет. Миша. Нет. Сейчас не время. Надо вывести отсюда новобранцев. Задержимся здесь. Потом не выбраться. Ты права. Ты права. Берите оружие. Ладно. Идем. Берите оружие, ребят. Нам надо выйти к Волге. Есть какой-то способ выбраться из здания? Миша, соберись. Как нам выбраться к реке? Здесь есть выход. Мы могли бы уйти в канализацию, но фрицы перекрыли двор. Будет сложно. Есть какие-то припасы? Оружие? Что угодно? На крыше были солдаты, защищавшие здание. Там точно была рация, а может и припасы. Я буду прикрывать с крыши, а ты отведешь своих людей ко входу в канализацию. Как скажешь, сестра. Может, ты доберешься до крыши отсюда? Окей, давай. Здесь можно залезть на крышу. Я подсажу. Найду позицию и прикрою вас. Ну да, ты всегда стреляла лучше меня. Да лучше всех стреляю. И он точно бы не хотел, чтобы мы погибли на почтамте из-за этих ублюдков. Он бы гордился тобой. Нами гордился бы. Веди своих в канализацию. Я прикрою с крыши. Не промахнись, ладно? Не надейся. Так, ну что ж, отправляемся на крышу. Когда выйдем на улицу... Женщина, блядь, кошка. Да, тупо просто. Женщина-кошка. Она должна быть на крыше. Ты меня слышишь? Черт, нет ответа. Боже, я надеюсь, что ты хоть раз в жизни слышишь, что я тебе говорю. Мы в воронке возле трамвая. Полина, мы выдвигаемся по твоему сигналу. Партизаны, вперед! Полина их отвлекает! Блять, а какие свои? Ну, по кому я? Должна быть на крыше. Ты меня слышишь? Черт, нет ответа. Боже, я надеюсь, что ты хоть раз в жизни слышишь, что я тебе говорю. Мы в воронке возле трамвая. Партизаны, вперед! Полина их отвлекает! Thank you.
Где они? Да ты... На. Прикольно, можно закидывать молотами сколько, молотовыми сколько хочешь. Кто? Перезаряжай. Алина, спускайся ко входу в канализацию. Как? Где спуск? А, я понял. Хорошо. Вы ёбнулись? Фух, добрались. Вот и все. Вот тебе вот такая вот получилась серия, друзья. Охренительно интересная. Вот так вот, друзья. Ах, какая история. Вы не смогли даже спасти отца. Скажите, откуда русская со старой винтовкой в секретной операции союзников? Я тебя не боюсь, мышонок. Вы не так поняли, фройляйн. Мне не нужен ваш страх. Ну да, ему нужна инфа. Мне нужны ваши крики, чтобы ваши друзья заговорили. Да, потому что я женщина.
Ух, ебать. Вот это ебасосиная больно. О других группах союзников в Германии. Не о чем тут говорить. Так. А о чем стоит говорить, фройлен? О Фрайзингере. Приведи его. Мы вместе подтвердим мой рассказ. Увести. Пришлите мне все документы на Штайнера и фотографии той женщины-снайпера. Леди Соловей, да. Его. И что... Герр Фрайзингер, я собирался к вам. Та женщина подтвердила. Шестой боец мертв. Вы уверены? Американец? Задержан в Темпельгофе? Угонял самолет? Какой в этом смысл? Пленники обдурили вас, Рихтер. А вы дурите голову мне! Американца уже везут сюда. Мне что, допрашивать его самому? Тогда вы мне не нужны. Из вежливости. Что ты сказал? Немного поболтали о пытках. Ладно. Я повторила твою ложь. Он поверил? Заткнулся, когда я вспомнила Фрайзингера. Как выберемся? Самым первым делом пойду в кино на трех мушкетеров, чтобы Эдит Мира снова разбила мне сердце. А ты, Лукас, что будешь делать, когда выберемся? Я? Первым делом я наемся ламингтонов. Буду жрать целую неделю. С тобой ясно. Да. А вот я бы зашел в свой паб, чтобы милая Барбара наливала мне эль, пока я не забуду про эту войну. Не знаю, жива ли она еще. Все мои родные мертвы. Я что-то чувствую только тогда, когда вижу немца, молящего о пощаде. То есть, сейчас я на своем месте. Жесткая. Уэйд сделал все так, как я и рассчитывал. Он сыграл свою роль, не зная о моем плане. Мои спутники сбросили его со счетов. Но я надеялся на его фирменное обаяние. Еще раз так сделаешь, и у тебя будут большие проблемы. Отряд врал про вас, лейтенант. Лейтенант. А, вот мне бы сразу. Совсем другое дело. Вы же шестой. Зачем вам самолет? Нацисты. Бои на Тихом Лету были лучше. Я хочу знать, о чем они еще солгали. Мидвей 1942, друзья, ну... Уэйд умеет выкрутиться из любых передряг. На первый взгляд, его рассказы о Мидвее могут показаться хвастовством.
Мартин излагает эту историю немного по-разному. К своему счету, то звено Зеро, то еще один авианосец. Но я читал доклады о событиях того дня. Если Уэйд и преувеличивал, то совсем чуть-чуть. Так, ну что ж, друзья, на этом завершим нашу серию. Уничтожить два японских. Завершаем нашу серию. Всем спасибо. Пока-пока. Увидимся в следующей серии.